реальность – это та дистанция, которую ты не дошел до мечты. Вот, это реальность. И реальность у всех своя. Ну, банальнейшее выражение, да, стакан наполовину пустой, наполовину полный – это две реальности. Это две констатации одного и того же факта, просто с разными совершенно зарядами. Да, один с негативным, другой с позитивным. Зарядов больше. Да, не просто плюс и минус, все сложнее гораздо. Но реальность вообще, мне кажется, это то, что ты о ней думаешь в конечном итоге. Мир – это то, что ты видишь. Мир – это как ты его воспринимаешь. Да? Кто-то сказал из умных людей... Я бы по поводу реальности почитал бы вам мои записочки с удовольствием, но ответы должны быть короткие. Реальность каждый для себя создает сам на самом деле. Вот. И понимаете, вот взять, например, паралимпийцев, да? Вот люди существуют в реальности в определенной, которую мы видим эту реальность, и мы ее воспринимаем, мы, другие люди со стороны. А эти герои создают для себя другую совершенно реальность, абсолютно другую реальность, просто какими-то своими поступками, решениями, волей, желанием, мечтой и так далее. И, в общем-то, из людей с ограниченными возможностями они превращаются в героев.